2023, но эти мелодии до сих пор известны каждому. Песни из старых советских кинофильмов стали классикой. Написанные для определенной картины, они продолжили жить в своей отдельной жизнью и не потеряли народного признания. Фестиваль-конкурс «Песни из советских кинофильмов», прошедший в Захарове, это подтверждает. Песни советских кинофильмов, они наполнены теплом, душевностью, поем их до сих пор все, и то, что большое количество участников, конечно, об этом говорит. В конкурсе приняли участие более 150 исполнителей со всего Подмосковья. Они наполнили все вокруг теплыми воспоминаниями из прошлого и любимыми добрыми песнями. Эти мелодии – хранители нашей истории и культуры, уверены организаторы конкурса, в числе которых и активисты Одинцовского отделения «Единой России». Нам очень важно, чтобы вот эту культуру, которая музыкальная культура, певческая культура, с прекрасными композиторами, с прекрасными фильмами, мы передали нашему следующему поколению. Этот фестиваль-конкурс продляет им жизнь, знакомит подрастающее поколение не только с музыкой, но и с фильмами, актерами, режиссерами, композиторами того времени. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».